оформляя то или иное пространство, ты вкладываешь сюда частичку любви, частичку теплоты. Инициатива студентов Института дизайна и пространственных искусств не могла остаться незамеченной. Ведь отныне четвертый этаж общежития Казанского федерального университета на Гвардейской, 32, сложно узнать. Идея создания арт-отряда для преображения общежития была такой же быстрой и точной, как и реализация задумки. Мы считаем, что ребята, создавая что-то, прилагая труд, более заботливо потом и относятся к своему пространству, к тому месту, где они живут. Благодаря поддержке ректора КФУ Ильшата Гафурова были куплены строительные материалы и организована бригада профессионалов, которая помогла студентам воплотить проект в жизнь. Профессиональные работы, как электрика, какое-то выравнивание, санузлы, то есть это все, естественно, делали профессионалы. А за ребятами оставались те работы, которые они могут выполнять, не имея какой-то специальной квалификации. Творческие и сплоченные ребята из Института дизайна вместе с коллегами из Института филологии и межкультурной коммуникации принимали участие в проекте всем этажом. Сначала поменяли пол, то есть здесь был ужасный просто линолеум, его поменяли на новый. А позже покрасили все стены, и дальше уже всем этажом мы покрасили двери. То есть каждый студент, который проживает в своей комнате, покрасит свою дверь. Студенты уверяют, что проделанная работа – это далеко не конец. Аналогичный ремонт будет проведен и на пятом этаже общежития. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.